хоть бы в корзинку взять, пить шалу там. Вы так вам приехали, что? Ну, мы все дела рано сделали. Если бы вы не перечислил, мне 150. Ну, попутка приехала. Видишь, аванс. Аванс когда пить, когда 10, когда 15. Да, там будет. Это у нас не получится, 15 лет зарплату. Вы еще ездили это? Почему тебе два внука в руках были? Если учиться будет ездить на поездам, то это плохо было. Младшему. Ну, короче, все на тебе два. И сразу сбежал, как на форме едет. А если на форме, на форме, летай вообще не будет. Я от телевизора тоже хочу отлетать и отказаться. Мы отказались, у нас телевизора нет. Тут они, я когда подключилась, там написано было. Пакет 3 в одном, телевизор, интернет и телефон у нас был городской, 390 рублей. Ну, 400. Мы полтора платили. Интернет отдельно. Лили вот за интернет платит 500 с лишним рублей. Она каналы убрала от Витали, а у телевизор 150 с чем-то рублей. Всего. 500 с лишним, интернет только она заплатила. Ну вот из этих полтора телевизор, городской телефон я отключила, а телефон еще, знаешь, повысили тариф. Мы за один только телефон сошлись, еще полтора. Нафиг это надо? Я так понимаю. Вот сейчас один только интернет, 570. Один остался. Из полтора. Я не поняла. Не знаю, мне Шликов, вот, с кем я езжу, да, ага. На работу, он сказал, Теле2, у него тоже, он от телевизора тоже, у них там как, сколько-то каналов. Ну, него... даже вон вышку установили, Теле2, просто еще не отрегулировали на один. А где эта вышка? Ну, вот эта вышка едет, там это Мегафон. Это Теле2, что ли? И Теле2, и Мегафон там у нас. Там же у нас раньше Билайн был, его нету. Интернета слишком много, не успевают они. Нет, нет. Особенно ветер, когда дождик висит. Отлетает тоже какая-то самая. Вот как, надо один только интернет показать. Хочу купить вот эту приставку, 20 там с чем-то каналов. И на телефон, на телевизор. А интернет есть там? Интернет отдельно. Интернет у тебя будет на телефоне или на компьютере и все. А это... У Нади же триколор. Вот. Я, честно говоря, хочу триколор. У них плата за год. Вот там не сколько они платят. 1500 платят. А мы каждый месяц сколько платим? 309 рублей ежемесячно за телевизор платят. Вот считай, за 10 месяцев 3090. И еще 2 месяца. Не стоит ли там? Нет, надо отказывать. Я вообще пойду туда. Я уж в сентябре, что мы дальше, когда вообще... Ну, на вас, я не знаю, сколько даст. Если не 10 дадут, он мне же 10 не вышел. Он 5 тебе на питание, 5 инклюзив. Еще хлюри должны, там 5 щит. Я тоже 200 шла. Не могу, вот она молока. Тебе кефирное попить или молока? Мне когда что-нибудь болит, желудок особо, мне молоко хорошо. Помидорларын бармали. Есть, а полоконки поспевают, как пищевые. Есть, можно файл наесть. Помидоры много тоже нет. Вот у меня сегодня больные, нельзя. Я уже и под жарку нарезала морозилку, салатов наела. Есть, уже солила. Thank you.
А я тебя на вокзале, ну, присмотрю, что тебя не видно, думаю, поедем. Ну, там... На свежем воздухе. Что-то в этом году маков не было. Помнишь, росли маки большие такие? А их же сразу, как тогда, когда это самое, помнишь, мы полюбовались, ну, и потом их срезали, убрали. Это что? А мне это, Шейра дала семена. Я весной посаживала леса, я купила самосейки. А леса не осыпятся, на следующий год сами появляются. Что-то более мелкие там такие семена. Они это очень мелкие. Да, декоративные. Она мне тоже дала, прям пыль от меня. Вот. А вот, кстати, из этой пыли большие вырастают. А когда крупные, они такие мелкие. Но крупные это настоящие мухи. Мы еще помним, ели все время у родителей, она самосеятельная тоже откуда. Что в детстве-то, откуда мы знаем, что это наркоз? Откуда? Я недавно булочки делала с мамой. Надо их лучше в тесто класть. Пусть там, когда просыпаешь, она сыпается. Там три маковки остались. Как он сказал, в сентябре зарплаты так и пойдут. Один месяц вообще не защитил, а он на вопить. Сейчас если 5 будет, он будет 10, 5. А что на это будет? А мне все номера там, на МЦС. Не надо было выкидывать. Нет, не заказалось. Она не работает. Подожди, ты на этом номере осталась? Да, да. Но он перейдет, все это все перейдет сюда. Я тоже убрала микрофон. Он там свою симку через два написал, вот ее послали. А МТС нет. У тебя МТС симка осталась, да? Мегафон, этот же номер, но я ее тоже убрала, поставила вот этот симка Теле2, да. И вот на это Теле2 все эти номера у меня перешли. А у меня нет. Почему? Может, так нет, не перешли. Вот же вот, чему с ней стояла. А вот эта комната сегодня была, они все пропали, Вообще аннулировалась. Вот когда у меня стояла, сегодня утром перешло. У меня была неизвестная симка. У меня тоже так же, но у меня эти номера все целые. У меня лохотвак. Позвольте, звоните. Всех подряд надо брать, потому что номер не знает. Ну, некоторые, может быть, из них, конечно, ушли, потому что без номеров уходят, а без имен уходят. Я их потом перезванивала, узнавала я. А у меня они много. Они мне ничего не сказали. Скорее бы домой. Вся мокрая. Каждый день купаюсь.
Нет, еще.